сколько сюрпризов! Да, Ромочка, очень много сюрпризов. Мы будем их открывать. Прям все-все? Ну, посмотрим. Наверное, сейчас не все. А можно я сам выберу? Конечно, можно. Выбирай, Ромочка. Я хочу снизу, самого низу взять. Ну, давай, бери с самого низу. Ой, там миньоны. Хорошо, открываем миньонов. Там какие-то карточки. Ух ты, маленький миньончик. Как он забавно болтает ручками. А это целая игра. Это средневековый дрейф. Нужно собирать карточки, и можно будет играть с друзьями. Теперь я хочу открыть сюрприз с тачками. Хорошо, Ромочка, давай откроем тачки. Это такие крутые гоночные машинки. Вау, гоночная белая машинка с красными сиденьями и с красной полоской. Какая она красивая, старомодная. Да, Ромочка, очень красивая машинка. Поиграешь с ней? Конечно, поиграю. Давай дальше открывать, потом поиграю. Хорошо, Ромочка, выбирай, что будем дальше открывать. Забавный сюрприз новогодний. Тут такой веселый мишка, а тут Санта, а тут Снегурочка. Ой, мы намусорили. Ну ничего, мы уберем потом. А это значок со Снегурочкой. О, какая Снегурочка красивая. Только я никогда бы этот значок не надел. Ну ничего, подаришь своей сестренке. Точно. А теперь я выберу. Вот, мы сейчас откроем вот этих собачек. Чуби, Папи. Ого, там целых два кармашка. Первый лежаночка. Ой, это же стульчик для кормления. Какой красивый. А во второй сама собачка. Ой, это кошечка. Вот так вот она может сидеть, и ее можно кормить. Ух ты, какая милая кошечка. И какой хорошенький стульчик. Мне очень понравилось. Я думаю, моей сестренке тоже очень понравится. Конечно, Ромочка. Так, сейчас я выберу еще один сюрприз. Ой, мама, а что это такое? А это такой песочек, который вот так вот тянется. И мы не знаем, какой там цвет. Это будет для нас сюрприз. Прикольно. Оказался оранжевый песочек. Да, это оранжевый песочек. И формочка. Ой, а кто это такой? Давай посмотрим, кто это такой. Это какой-то слон-птица. Да, интересно. Никогда такого не видела. Попробуем, как тянется этот песочек. Сначала его нужно размять. Да, он похож на кинетический песок, но немножечко другой. Можно, можно я попробую? Конечно, на, Ромочка, попробуй. Правда, такой мягкий, такой жевательный. Ух ты, какой он прикольный. Ну что, Ромочка, давай последний сюрприз откроем. Последний? Остальные в другой раз. Тогда последний я выбираю. Хорошо, выбирай. Стой, стой, стой. Я хочу открыть лягушонка Ам-няма. Вы любите лягушонка Ам-няма? Я люблю играть в него. Он такой веселый. Смотрите, капсула зеленая, такая же, как и Ам-ням. Ой, а там сам Ам-нямчик. Ой, какой он веселый. Довольный весь такой. Или он задремал? Да, Ромочка, наверное, он устал и задремал. Где же он тут? Давай мы его найдем. Вот он, вот он, вот он. Правильно, Ромочка, это он. Вот такой лягушонок Ам-ням нам попался. Ну что ж, ребята, придется с вами попрощаться. Откроем
сюрпризы в следующем выпуске. Ставьте лайки и напишите комментарий, какой вам сюрприз сегодня понравился. И напишите, какие еще вы хотите открыть. Если ты не подписан на канал Зырики ТВ, поспеши, чтобы не пропустить новые видео. А еще переходи на другие видео вместе с куклами-пупсиками. И со мной, и с другими пупсиками. Видишь? На экране 3 видео. Выбирай любое и смотри. Оно тоже такое же интересное, как и это. Пока-пока.